shut up. There's lots of dead. Обычно все стреляются, и только я один такой гений, который просто прикалывается, прячется там, все такое. Да. О, надо было раньше заходить. Да. Занят был. А. О, попал. А я хедшот сделал. Минус 89. Окей. О, кто набежит. Заебок. Ну, мне хорошо слышно, да? Ну, более-менее нормально. Ну, отлично. Только немножко это гудит что-то. Так, здесь буду сидеть. Они не ждут меня отсюда, а вот я их отсюда жду. Балкон смотрю. Макс 10, а у тебя есть машина? Ну, раньше... Сука, через 5. Раньше была, но потом... Справа, справа. А потом я избавился от нее. Хорош. Спасибо. Потому что, ну потому что на машину тебя. Так лучше, нет? Да не, ну типа, что типа фонит. Ну, типа, гудение такое. Фоново. А, микрофон за колонками стоит, все понял. Макс 10. Зачем? Ну потому что смотри, постоянно бензин заканчивается, надо покупать. Это деньги. Потом раз в год менять масло. Фильтры меня. А, с маслом ты и фильтра меняешь. Тоже деньги. Плюс где-то что-то сломается. Тоже деньги. Ну, короче, денег полно. Надо отдавать. 97. Постоянно нужно платить деньги. Короче, машина это куча растрат. Вот ему 97 было, сука. Поэтому. Не хочется постоянно деньги платить. Поэтому я, ну, продал машину, купил себе велик. А на велике хорошо. Тебе бензин не надо. То есть не надо постоянно тратить деньги. Ну, потому что бензин ты постоянно покупаешь. Там немножко поездил, он закончился, покупай. Ну, короче, ты постоянно деньги платишь за бензин. А на велике не надо ничего, сел да поехал. Плюс, если какая-то поломка, то она будет в 10 раз дешевле, чем на машине. Ну, ремонт дешевле, чем на машине. Даже если у тебя там колесо сломается, полностью все колесо заменить, это будет намного дешевле. То есть, можно самому, ну, починил и все, и дальше поехал. А, шо, а если не хочешь там ковыряться, вот это вот, чинить? Ну, ого. А что он тут делает? Бесполезный чувак, на самом деле. Вот, и короче. Да, короче. Короче, на велике. Да, зимой особо не поедешь. Можно поездить, конечно. Но я после того, как упал, чуть спину не сломал. Так что-то я уже не хочу зимой на велике ездить. Вот. Ну, вообще, в целом, можно. Особенно если резину поставить какую-нибудь. Мощную. Типа,
ошипована. Блин, я же в голову целился. Я же целился в голову. Так. Пак-пак-пак-пак. А сейчас она за мной пойдет, да? Пак-пак-пак-пак-пак. А, пак-пак-пак. А у меня есть еще на покупку нет. Или где? А, ладно. Пак-пак-пак-пак. Дженька. Ой-ой-ой. Как он неожиданно выскакивает. Пойду тогда засяду вот здесь. О, вот это добренько. Ох, ничего себе, когда в голову целишься, не летит, а когда не целишься, вон оно как залетает. Прям чутенькое. Прям чутенькое плечо. Теперь уже можно не целиться. Теперь вообще все равно. Можно кидать гранаты. Чего? Чего и хочешь кидать? Так. О, с двух труб дым идет тут, тут. Ага. Вот она какая. Выпала. А этот, я думаю, отсюда может выскочить. А не. Он с ОВП. О, нормально. Произвели ликвидацию противника. Так, ну что же, продолжаем дальше играть. Можно вырываться прям по жести, бежать прямо вперед. Все, я вот бегу и сразу стреляю. Все, я вот сразу стреляю. Вот, все, я же сказал, бегу сразу тремя. Я все равно. О! Блин, когда целишься, не попадаешь. А когда не целишься, вот тебе голова сама собой залетает. Ну вот как это работает? I don't know. Я не знаю. Как это работает само по себе? Какая-то магия. Магия бесконтрольной стрельбы. Да. Так, ну что же. А у меня больше нет денежка, да? А, значит, что-то есть, да? Ну да, получается. А, да, да, получается. Так, стой. Вот она какая полетела. Так. Так, врываемся, летим. На скорости света. Через всю планету. Так. Так. Я так понимаю, они производят контроль. Вот он какой. Вот он какой. Вот он какой. Ну вот тут уже логика. Prefire и prefire. Понимаю, что чувак сейчас перезарядился, сейчас он выйдет, чтобы показать, какой он крутой. Но просто стреляем заранее. И чувак выходит на уже летящую на него автоматную очередь. Ха-ха-ха. Вот так-то. Работает гений. Так. Здорово, тебя я слышал. Вот так-то.
Вот он, гений. Гений в деле. Играет на пределе своих возможностей. Ладно, не на пределе. Ну и, конечно же, звук. Доносит до меня шаги идущего врага. Ога. Ну все, погнали. Блин, я киберспортсмен оказался. Рил. Я вот играю, понимаю, что я крутой. Я настолько крутой, что я сам удивляюсь. Так. Вот он какой стреляет там. Но тут может быть опасно. Вот он какой. Выскочил. Так, ну тут я пример... А вот он какой. Что значит, я его не видел. Но я всегда чекаю карту. И увидел на карте точку. И понял, что противник здесь. Все. Блин, да чего же я хорош, а? Я просто классный. Да чего же я классный? Блин, вот он я. Да, да. Показываю только пальцем вверх. Вы поняли? Это я, оружие. Подчеркивание Т. Норм. Спасибо. Мне самому понравилось. Я вообще-то отыграл как царь прям.